Веселые и находчивые вновь съехались в Самару со всей страны. В сердце Поволжья состоялась вторая игра 1/8 центральной лиги «Самара». Город начал принимать гостей еще в начале года, когда лига получила статус центральной, а в марте стартовало открытие сезона. География участников разнообразна – от Калининграда до Южного Урала. Здорово, что в Самаре объединяет молодежь со всей страны. Это обмен опытом, это определенная туристическая привлекательность. И я думаю, что ребята с прекрасными отзывами уедут себе в города и будут рассказывать, как у них в Самаре им понравилось. За выход в четвертьфинал борются 18 команд, поэтому 1/8 проходит в течение 3 дней. В один из них на сцене соревновались 3 самарские команды – «Клевер», «Ничо такие», сборная самарского политеха, а также команды «Дон Терекон» из Шахтинска, «Южный Урал» из Башкортостана и Оренбуржья, «Стелла Магнетик» из Набережных Челнов и столичная команда «Таков путь». Мы уже здесь такие бывалые, так скажем. На самом деле КВН – это… Уже, наверное, каждый КВНщик скажет, что жизнь – это раскрытие себя, это раскрытие какого-то своего внутреннего потенциала. КВН – это просто кайф. Люди делают то, что они любят, занимаются тем, чем хотят, чем они горят, чем они, возможно, захотят заниматься дальше, и находят себя в этой простой, казалось бы, игре. Так как мы действительно хозяева сегодня, одни из хозяев, так сказать, самарского КВН, мы постараемся своих болельщиков и просто самарского зрителя порадовать чем-то близкому нам, самарцам. Победителем второй игры стала команда из Шахтинска, которая автоматически прошла в четвертьфинал. А приз зрительских симпатий забрал Южный Урал. Настрой, естественно, боевой. Хотим выигрывать, чтобы дальше в Самару приезжать. Это веселая компания, друзей, единомышленников. Все играют, веселятся. Следующие игры пройдут также в Самаре. Финал состоится в декабре. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.